Кто рано встает, тот смотрит «Самое доброе утро». Хотя можно вставать чуть позже, главное, чтобы с 7 до 9. Смотрите уже завтра. Приблизимся ли мы к Европе, появятся ли в Ярославле велодорожки? Сколько часов в сутках? 24. А вы в этом уверены? Смотрите рубрику «Миф, правда или вымысел» в «Самом добром утре» и будете знать точно. Куда пойти в выходные? Мы знаем ответ, а еще знаем, чем порадует свежая пресса. Самое доброе утро. Мы раньше, чем кофе.